медиабизнес представляют 18... Да, вообще прекрасно. А запросто. 2018, 5 июля 2018 года в гриль-бар-террасе «Воробьи» будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны. Не пропустите главное медиа-событие. Ну, мы поделим его с тобой на медиа-отрасли в наших руках 16 плюс. Еще узнает, чей ты их пацан. Возьми его, чтобы потом не заходили на эфире. час 6 минут. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». Действительно, в гостях у нас публицист Юрий Болдырев. Добрый вечер. Здравствуйте. Идет трансляция в YouTube. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на основном канале «Эхо». Ну и для вопросов, реплик в адрес гостя можете писать по традиционным и хорошо вам известным средствам связи. Это SMS-приемник +7 985 970 45 45, в окошке сообщений в эфир на сайте Эхо.МСК и в чате YouTube, а также в Twitter-аккаунте «Вызван». Все к вашим услугам. Ну да, уже идет трансляция, уже даже есть вопросы. Я не буду ломать традицию, заведенную в этой программе. Все гости в «Разборе полета», они с самого начала отвечают на один важный, на мой взгляд, вопрос. Юрьевич, каким было ваше самое непростое решение, самое, может быть, спорное, на котором вы долго думали, может быть, о нем пожалели в итоге? Это может касаться как личной жизни, так и каких-то профессиональных вопросов. Вот все говорят, что таких решений, как правило, в жизни у людей много, но давайте попробуем найти одно ключевое, знаковое, может быть, поворотное. Сложные решения мне почему-то всегда давались сравнительно быстро. Самые тяжелые решения – это всегда решения кадровые, когда нужно, ну, подвинуть того или другого человека. Причем, если речь шла о корыстном умысле, у меня не было никогда никаких сомнений. А вот там, где человек просто не справлялся или какая-то другая причина, это было тяжелые решения. А самое масштабное компромиссное решение, действительно масштабное, в том числе в финансовой части, это 95-й год. Согласительная комиссия между Советом Федерации и Думой, я сопредседатель страны Совета Федерации, по закону о соглашениях раздела продукции, от Сахалина на стороне Думы депутат Третьяк, который ясно сказал, что ему все равно про все, что будет вот в законе. Ему важно одно, чтобы два соглашения, подписанных ранее, вступили в действие в том виде, как они уже есть. И вот для нас была абсолютно однозначна пагубность этих норм и того, что, скорее всего, есть в этих соглашениях, которые мы тогда не могли и увидеть даже, я обращаю ваше внимание. Но для того, чтобы не дать распространить эту схему, колониальную схему, которая была в точности в том же виде реализована потом американцами в оккупированном Ираке, я подчеркиваю, но тогда мы этого еще не знали. Вот для того, чтобы не дать распространить на всю страну, мы согласились на то, что на Сахалин вот эти два соглашения, да, пусть мы согласимся с правкой, что они вступают в действие в том виде, как есть. А за это Третьяк обещал голосовать за все поправки Совета Федерации, выполнил свое обязательство. Значит, чтобы понять цену этого тяжелейшего компромисса, позже, когда я был зампредом Счетной палаты, мы провели по поручению Государственной Думы проверку реализации вот этих двух соглашений Сахалин-1 и Сахалин-2. У нас среди аудиторов был бывший министр финансов Панцков. И вот его команда провела расчет ущерба для России разработки этих месторождений по той схеме, по которой были заключены соглашения ради продукции, по сравнению с национальной лицензионной схемой. И в отчете от 99 года указана сумма в ценах 99 года, прямой ущерб за весь период реализации соглашения — 62 миллиарда долларов. Для сравнения, весь федеральный бюджет 99 года — 20 миллиардов долларов. То есть масштаб ущерба оцененный в 3 годовых федеральных бюджета.
Но должен сказать, что это, наверное, самый масштабный компромисс, трудное решение, которым нам пришлось пойти, но мы пошли на него достаточно быстро и решительно, потому что у нас не было никакого другого способа остановить распространение этой схемы на всю страну. Смотрите, своим главным решением вы назвали решение политическое, а что касается решения прийти в политику, это для вас было скорее стечением обстоятельств случайным, или же здесь, ну, перед вами стояло какое-то, не знаю, перепутье, и вы вот так вот осознанно пошли по вот этому вот пути? Не было такой проблемы, я шел-шел по жизни, и жизнь привела меня. Это, знаете, как это всегда произошло? Это всегда же интересна парадоксальность жизни. Вот когда народ на подъеме, а кто-то пытается вот так закрутить, получается обратный эффект. Я работал в оборонном институте, я был одним из неформальных лидеров коллектива. Но нам в 89-м году и в голову не могло прийти, что мы своего человека можем выдвинуть аж в депутаты, там, на съезд и так далее. Идея была выдвинуть от нашего коллектива кого-то из известных в Питере людей, которых уважали и так далее. И мы уже назначили собрание, но институт был оборонный, и в последний момент под прикрытием секретности нам запретили допускать этих людей на собрание. Они пришли, стояли у дверей. Их не допускали. И коллектив взбунтовался и решил, ах, раз вы нам не решаете выдвинуть тех, мы выдвинем своих. И выдвинули двоих, председателя Совета трудового коллектива и меня. А в чем соображение секретности? Я сейчас пытаюсь понять. Оборонное предприятие. Это же было чисто, ну, оборонное предприятие серьезное. Мы занимались электрооборудованием атомных подводных лодок. Угу. Крупное предприятие, более 2000 человек, филиалы в Калининграде, на Дальнем Востоке и так далее. Нет, это было абсолютно надуманно. Значит, когда был Новый год, можно было всех пускать на праздник, а здесь вдруг нельзя и все. Но я говорю, что в данном случае это была реакция отдачи на попытку душить в момент вот такого подъема. Ах, раз не даете выдвинуть тех, кого мы хотели, значит, выдвинем своих. И в этом смысле ваше появление в политике можно назвать некой случайностью, которая стала следствием стечения обстоятельств. Нет? Не так? Вы взрослые мужчины. Рождение каждого человека — великая случайность. А как ваши близкие, родственники, друзья, да в целом окружение, вот восприняли то, что вы в какой-то момент, по сути, стали политиками? Я понимаю, что это, наверное, произошло не единомоментно, но тем не менее. Ну, конечно, надо представить себе 89-й год. Вот сейчас как-то каждый может взять и начать снимать себя на видео, стать блогером, увидеть и так далее. Значит, в те времена видеомагнитофон был экзотика, а уж телевидение это было что-то вообще. А уж Кремлевский дворец съездов что-то вообще-вообще. И когда наши вдруг, там, 25-го, что ли, мая, увидели на экране телевидения, вот он, Кремлевский дворец съездов, вот он, Бюст Ленина, вот он, Горбачев, и вот тут вот наш мальчик. Человек, с которым мы работаем. Да-да, вот он выходит на трибуну, и он говорит, конечно, это была реакция такая как-то невозможная, возможно. Но суть же не в этом. Суть в том, чтобы на этой основе не забронзоветь, не возвеличить себя в какие-то там недостижимые, недосягаемые, а понять, что просто жизнь вывела тебя на какой-то уровень, и ты должен на этом уровне каждый раз с нуля доказывать, что ты чего-то стоишь, ты достоин того уровня, который тебя жизнь привела. Это касается всех и всегда. Напомню нашим слушателям, что в прямом эфире программа «Разбор полет» политик, писатель, публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев. Вы тоже можете стать участниками нашего разговора, прислав свои вопросы, реплики и комментарии на номер +7 985 970 45 45 в виде сообщения, воспользовавшись твиттер-аккаунтом «Вызван», формой на сайте «Эхо Москвы». Ну и все, что происходит в студии «Эхо Москвы», можно не только услышать, но и увидеть на YouTube-трансляции. Там тоже есть чат. Подключайтесь, присоединяйтесь. Как это сделали уже больше 400 зрителей. Юрий Юрьевич, вот жизнь вывела на новый уровень, как вы говорите, в миропонимании, в мироощущении. Вы для себя какие-то трансформации зафиксировали? Если да, то что поменялось в жизни в бытовом плане, в ментальном плане, да, собственно говоря, и в плане взаимоотношения с другими людьми? Радикально ничего. Друзья остались прежние, плюс приобрелись новые. Я недавно, вот мы были в гостях у одного тоже известного сравнительно политика на даче, собрались с компанией, вот, и обсуждали. Я как раз говорил такой вроде как тост,
что вообще вот Жванецкий отшутил, что друзья те, которые с детства, все остальные приятели и коллеги. Так вот, я утверждаю наоборот, что если человек живет, не заканчивает свое развитие по окончании школы или вуза, а живет всю жизнь насыщенной жизнью, занят серьезным делом, в котором проверяются люди, то он всю жизнь приобретает, ну и теряет, естественно, друзей. То есть в этом смысле, конечно, просто расширились горизонты. Но представьте себе, я там мальчишка, 28 лет. Комсомолец, техническая интеллигенция. Да хоть кадет, какая разница. Рядом со мной на съезде академик Бехтерева. И мы с ней, я удостоен чести беседовать с ней. Неоднократно потом дома у нее бывали, и семьей бывали. Она рассказывала о тайнах мозга, о том, как продлить активную жизнь человека, о том, какие препятствия в науке и так далее. Там. То есть вот о чем речь. Расширение круга. Такое расширение, которое до этого было даже невозможно себе представить. Но и ответственность. Значит, чтобы понять, это очень важно. Жизнь состояла из работы на съезде. Я помню, приехал в Москву директор нашего института оборонного и встретились, зашел в номер, потом смешно рассказывал сотрудникам. Он-то думал, что там Болдырев сидит и коньяк пьет. Вот. Оказывается, у Болдырева весь кабинет завален бумагами. А бумаг выдавалось такое количество, что все разобрать не успевало. Помощников там на месте не было. Это был творческий беспорядок, но все с закладками, все с какими-то подчеркиваниями и так далее. А потом приезжаешь в регион, а там прием избирателей. У нас прием избирателей была команда, 5 помощников, вот, 2 из нашего института, остальные вот, примкнувшие в процессе жизни. Приемы вели до 2 часов ночи, стараясь принять всех. Было налажено, причем конвейер был налажен, людей готовили, учили их правильно писать заявления и так далее, и так далее. И вот этот первый период, первые 2 года, наверное, ну, не меньше половины обращений были содержательные, осмысленные, то есть не то, что просто шизофреники пришли какие-то, да, вот. И из тех, по кому мы делали какие-то обращения, что нужно помочь, там, устранить несправедливость и так далее, не менее трети удавалось помочь. Тот первый период. Позже, в период Совета Федерации с 93 по 95 год, уже система закостенела. Удавалось помочь, дай бог, чтобы каждому десятому. То есть, по вашим ощущениям, позднесоветский парламентаризм был некоторым образом более приоритетен, чем не парламентаризм, а возможности заставить государственную машину выполнять какие-то свои обязанности. Далее, вот у меня была фотография, я в зале вместе с генеральным прокурором Сухаревым. Потом, спустя 25 лет, мы встретились, меня регулярно приглашают, ассоциация разведчиков, к ним примкнули и контрразведчики, и там же вот Сухарев оказался с ними. Ну, нет другой близкой ассоциации. Вот спустя там столько лет, он уже за 90 лет, мы снова с ним фотографируем, вспоминаем, как тогда я отставил какого-то парня, которого неправильно осудили, и нам удалось добиться его реабилитации там. Вот как раз я стою с Сухаревым, разговариваю как раз на эту тему. Значит, в той системе легче было чего-то добиться, не знаю, пристыдить, заставить и так далее. С каждым годом система все более закостеневала и бюрократизировалась, наглела. И это не связано именно с советским наследием или еще каким-то. Связано с безнаказанностью, ну, власти, скажем так. А в какой период времени вы ощутили, что вот это схватывание цемента условно произошло? По времени? Это середина 90-х, это конец 90-х? Нет, ну, я говорю, период Совета Федерации после переворота октябрьского 93-го года. Именно так вы его называете? Ну, разумеется. А что это было? Значит, тут как бы 7 пядей во лбу быть не надо, достаточно прочитать Конституцию, действующую на тот момент. Это был, безусловно, государственный переворот, вот, в рамках которого, для того, чтобы заручиться поддержкой Запада, Ельцин и его команда начали сдавать Западу ключевые стратегические интересы России. Это касается и указа «Вопрос соглашения о разлепродукции», это касается сделки по урану, сдачи нашего высокообогащенного урана. Это касается последующих действий приватизации ключевых оборонных предприятий странам НАТО, в том числе США и так далее. И так далее. Вот, конечно, был переворот, да еще и со сдачей ключевых стратегических интересов в обмен на поддержку Западом узурпатора. Тут точно и однозначно. И в этот момент вот эта вот власть, сформировавшаяся уже, ну, на крови практически, на основе силы, на основе узурпации, она стала
решительно закостеневать. Чтобы было понятно, вот представляет, что сейчас там какие-то вот в сравнении с хорошими 90-ми годами, вот сейчас какие-то трудности с допуском средств массовой информации и так далее. Вот что была ясность. Я в 93-95 годах, с осени 93 по осень 95-го, был единственным представителем, а одним из двоих представителей всего Петербурга в Совете Федерации. У нас было всего двое, Беляев и я. Так вот, за все два года на государственном питерском телевидении я получил возможность выступить только один раз. Тогда была другая возможность. Я регулярно раз в месяц или раз в квартал, как минимум, собирал людей в музыкальной школе на Варшавской улице, там собиралось под 800 человек, выступал перед ними, отчитал свою работу и так далее. Тогда были другие механизмы. Но на государственное телевидение питерское доступ был категорически закрыт. В те самые 90-е годы, еще с 93-го, 95-го. Это было как-то оформлено в виде стоп-листов, или вам просто говорили в приватных разговорах? Это было оформлено так, что нет и все. Нет и все. К событиям середины 90-х давайте вернемся чуть позже, пойдем немного хронологически, что ли. Вы родились в семье военного, а как мне представляется, возможно, это стереотип, военные люди суровые, где в том числе приказы не обсуждаются, понятное дело. Политическую обстановку вы со своим отцом в том числе, да и в целом в семье, вот тогда царившую еще до событий начала перестройки, условно говоря, эти вопросы в семье обсуждались? Каким было отношение к ним? Однозначным, неоднозначным? Или же, в принципе, этой темы просто не было? Не звучало это за столом, условно, во время там, семейных ужинов? Чтобы понять мое мировоззрение с детства. Значит, надеюсь, мой отец сейчас меня слышит, доброго здоровья ему. И мама, надеюсь, слышит, доброго здоровья ей. Я родился в семье военного моряка и первые годы жил в военных городках. Сначала Ведяева. Первые 6 лет — это откуда вышел Курск, свой последний поход. Да, он стал в 2000 году печально известен. Да, вот в Ведяево я прожил первые 6 лет. Потом Лиепая, военный городок. 2 года жил в Александрии, в Египте. Отец был военным советником. Вот. А это уже был сознательный возраст в Египте? С 7 до 9 лет. 7 до 9 лет. Самый шикарный возраст для купания с апреля по ноябрь. Жили в гостинице, выходящей прямо на Средиземное море. Потом уже Ленинград. С 14 лет только. То есть вполне естественно. Вот система отношений была какая? Скажем, я там всякой техникой интересовался. Мы там что-то подожгли, какой-то мотор, когда запускали. У меня обгорело лицо. Меня посадили на чей-то мопед. Я домчался до военного госпиталя, там никакая страховка, какой что. Военный госпиталь, мчался мальчишка, все на стол. Несколько раньше до этого врезался на велосипеде в автомашину, точно так же пропорол лоб. Какие разговоры? Военный госпиталь и так далее. То есть отец водил нас с братом мыться на плавбазу. Это был праздник. Ну, была и своя колонка, но там же особо. А после этого в кают-компании офицерской, где стоит пианино, и кто-то из офицеров обязательно играет на пианино классику, значит, чаепитие. То есть у меня с детства было представление, что настоящие люди — это воины, военнослужащие, а все остальные хроменькие косеньки, которые не прошли там по здоровью или еще как-то, вот они, инженеры, врачи и прочие, они просто помогают им защищать родину. Значит, это такое устойчивое представление с детства у меня было. Я, естественно, пытался поступать в военное училище. Но вы спросили о другом, о политических. Военнослужащие выполняют приказы, если они не являются преступными. Насколько понимаю, моему отцу такое счастье, никогда преступный приказ не приходил, он сам его не отдавал. Слава богу, мы видели военных только как вот воплощение всего самого лучшего. Мы мальчишками ходили на военные корабли, заходящие в Александрию, нас водили на экскурсию, все показывали, в конце матрос отрезал каждому толстый лом от черного хлеба, которого в Египте не было. Видите, представления были вот такие. Естественно, не поступив в военное училище, я пошел в институт по тематике, связанной с обороной, и потом пошел в оборонный институт, для меня это было вполне естественно. То есть мы жили в Египте, мы видели то, что не видели мои сверстники. Как вполне норма, идет по набережной какая-то пара, и за ними мальчишка 7-8-летний тащит чемоданы за то, что им дадут 2 пиастра. Или как мальчишки, там грязные, немытые, безотцовщина, продают орешки для того, чтобы хоть что-то заработать. Или как какой-нибудь филах, этот крестьянин тащит вверх, толкает бочку, и у него еще там 7 детей, да, вместе с ним.
как наш толкал бы. Он бы был со стороны, где машины, а дети прикрыты им. Там наоборот, он толкает со стороны тротуара, а дети со стороны... Ну, мало ли, если что, собьют, ну, Бог дал, Бог взял, да? Но отец-то не может рисковать собой, да? То есть совершенно другая ситуация. Я это видел. Поэтому как какие-то элементы пропаганды, что наша страна самая лучшая, там, я видел не витрины Лондона и там, Берлина, а видел жизнь в Египте. Вот реально, как она есть. И поэтому меня сильно убеждать в преимуществах какого-то нашего движения вперед не надо было. Я никогда не был диссидентом. А что касается отца и его восприятия вашего политического участия в последующем, вы же, по большому счету, на некоторое время, на достаточно продолжительный период времени, становитесь соратником Ельцина, да, на рубеже 80-х и 90-х. Человек военной закалки воспринимает перемены и крах страны, которая дала ему погоны, дала ему многое-многое. Человек не слеп, человек не может не видеть недостатков. Вот я, скажем, и институт, в котором я работал, это же были сотрудники оборонного института. Я много раз рассказывал, совсем коротко, откуда возникла революция в нашем институте. Она возникла не из-за того, что мы не хотели работать на оборонку. Она возникла из-за того, что в нашем институте, в период уже вот горбачевских-то изменений, уважаемый всеми человек, замдиректора по науке, главный инженер Токарев, выступил на партсобрании с какой-то критикой, с каким-то предложением и так далее, и его сняли за политическую близорукость. А вместо него поставили, вместо доктора наук, замдиректора по науке, на главной оборонный институт, поставили замдиректора по науке аспиранта, но члена партийной комиссии райкома партии. Вот у уважающих себя ученых, работавших на оборону своей страны, это могло не вызвать возмущение. Они-то видели, как сначала директор, когда поставили этого директора, мне говорили, да мы же для него диссертацию писали, а теперь нам его и поставили. То есть когда там кого-то принудили что-то писать, а теперь его и поставили. То есть они видели деградацию бюрократизированной системы. С того ли начинается деградация, что кто-то кому-то пишет диссертацию? Нет, разумеется. Они видели это. То есть я хочу сказать, что слепых не было. То есть все хотели изменить систему. То есть все добросовестные люди. Вы сказали соратникам Ельцина. Есть ролик, снимал Парфенов и Прошутинская, снимали фильм летом 89 года про первое собрание межрегиональной депутатской группы. И там был такой момент, когда именно мне пришлось выступать на этом собрании против единоличного вождизма, против единоличного лидерства Ельцина. И в фильме это все есть. Я говорю, что я не хочу, чтобы меня называли ельцинцем или поповцем. Мы собрались сегодня для того, чтобы под этих вождей там что-то... Мы и так уже посланники народа. Мы собрались, чтобы координировать свои усилия. Давайте соберем пятерых сопредседателей и вместе будем работать. Так и сделали, кстати. Меня поддержало большинство. То есть называть меня именно соратником Ельцина, с учетом того, что я сейчас рассказал, и что есть подтверждено документально, в общем, немножко неуместно. У нас остается пару минут буквально до новостей середины часа. Сообщение от Вадима из Москвы. Где вы были, когда обстреливали Белый дом? Собственно, мы сегодня уже упоминали о событиях 3-4 октября 1993 года. Да. Давайте попробуем, наверное. Ну, если... Коротко. Да, если меня возможно. Спасла своей болезнью теща. В этот момент у тещи случился патологический перелом позвоночника. Жена металась по Москве в поисках, где и как можно оплатить и положить ее в больницу, как-то решить вопрос. А я с полуторагодовалым сыном ходил у окна и смотрел, как вертолеты над Белым домом. Так это было. События этого времени вы назвали переворотом. Да. А кто стоял за этим переворотом, на ваш взгляд? Все же известно. Команда Ельцина, Гайдара, Чубайса. И в своих записях, в своих книгах вы называете эту команду группировкой. То есть вы не отдаете им право, вот, ну, скажем так, на заблуждения, на святые заблуждения? Мы идейные и морально-нравственные противники. Я отдаю должное их последовательности в том, что я категорически неприемлемо считаю продиктованным, к сожалению, в том числе и корыстно. Значит, здесь совершенно однозначно. Но, безусловно, корыстный мотив должен доказывать суд, и этого доказано. Вы спросили не было. Мое мнение. Да, конечно. Я в данном случае сказал о своем мнении. Кстати говоря, моя работа в контрольном управлении была связана в тем, что я выявил в том числе и масштабное злоупотребление правительства Гайдара, на чем мы тогда и разошлись еще в начале 92-го года.
Об этом в том числе мы продолжим разговаривать с нашим гостем после новостей середины часа. Через 5 с небольшим минут я напомню, что в прямом эфире программа «Разбор полета». Политик, писатель, публицист, бывший заместитель руководителя Счетной палаты России. Председатель Счетной палаты. Со-руководителя от Думы Советской Федерации. Юрий Болдырев в прямом эфире «Эхо Москвы». Свои вопросы можете по-прежнему присылать на номер +7 985 970 45 45. На «Эхе Москвы» время кратких новостей, после чего вернемся в эту студию. Да. Очень слышно. Просто вы без наушников, а мы слышим. Буду стараться. Половина десятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Бывший телохранитель Усама бен Ладена получал в Германии пособие на себя и свою семью. 42-летнего исламиста задержала полиция в минувшую пятницу. Власти ФРГ сейчас готовят его выдворение в Тунис. Он является гражданином этого государства. Как пишет Бильд, мужчина впервые прибыл в ФРГ еще в 97 году. Постоянное пособие около 1200 евро он получает последние 10 лет. Также он был телохранителем одного из главных террористов в 1999-2000 годах. Facebook собирается бороться с распространением недостоверных новостей во время выборов в Европарламент. Они пройдут в следующем году. Компания обязуется удалять поддельные учетные записи и сотрудничать с избирательными комиссиями в Европе, пишет Financial Times. Социальная сеть уже наняла независимых экспертов. Они будут отслеживать фальшивые новости, а также ход предвыборного процесса. В прошлом месяце в Европарламенте выступил глава Facebook Марк Цукерберг. Его пригласили после скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica. Она, как сообщалось, завладела личными данными десятков миллионов пользователей Фейсбука, использовал их в продвижении политической рекламы. Авиакомпания «Аэрофлот» испытывает нехватку командиров воздушных судов. Это связано с уменьшением финансовой привлекательности профессии в России, сказал «Эхо» член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев. Это связано с величиной зарплаты этих пилотов, потому что пилоты конкретно ходят с деньгами. Я слышал, что «Аэрофлот» сейчас принял решение повысить зарплату командирам. Эта вся штука связана с курсом рубля. Разрешили иностранцам летать. И стало летать много пилотов у нас. Но их тогда привлекали серьезно. Зарплаты. А потом у нас в два раза упал рубль, и эти вот серьезные зарплаты не изменились, они стали менее привлекательными для тех же иностранцев. У нас система подготовки пилотов в России, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего, конечно. Но это прямо с «Аэрофлотом» не связано. Как признали сегодня в руководстве «Аэрофлота», компании сейчас не хватает более 60 человек на должность первого пилота. Сотрудники Центра Э в Татарстане пришли к активисту движения «Открытая Россия» Дмитрию Егорову. Они предостерегли его от проведения публичных акций в неустановленных местах и попросили не распространять наклейки в поддержку голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. А также, как передает Радио Свобода, активист выступает против строительства мусоросжигательного завода недалеко от Казани. Матч между сборными Португалии и Ирана проходит в эти минуты в Саранске. Идет первый тайм, счет пока 0-0. В Калининграде встречается сборная Испании и Марокко. А первый гол здесь забил на 14-й минуте нападающий марокканцев Халид Бутаиб. Впрочем, уже через 5 минут полузащитник испанцев Иско сравнял счет 1-1. В Москве завтра днем ожидается облачная погода без осадков, плюс 25-27. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы». Сейчас 2 минуты экран, реклама, когда мы не в радиоэфире, но в эфире YouTube. Поэтому нас можно... видят и слышат сейчас. Это чтобы я не прокололся. Нет, это, в том числе, конечно. Спасибо, но, что да. предупредили. Использовать каким-то образом. Да, давайте. Ну вот вы говорите, что вы не были членом команды Ельцина или не были соратником Ельцина, но тем не менее вы ведь довольно высокие позиции в этот период времени занимали. Это значит, что то время в некотором смысле было менее жестким, что ли, нежели сегодняшнее, в том плане, что сегодня попадание в систему власти, да, для людей, которые не лояльны, не разделяют ценности вот этой властной группировки, стоящей наверху, попросту невозможно. Вот по вашему ощущению. Да, тогда не было кланово-феодальной системы назначений. Тогда был поиск людей, которые могли бы придать власти
дополнительный позитив. В какой период времени этот поиск завершился? И система вот так вот схватилась? И был ли Ельцин единолично причиной тому, что это так произошло? Первое. Был момент, когда эту новую власть не было оснований даже подозревать в каких-то негативных моментах. Можно было ставить им вину постфактум. Им в основном поставили вину еще декларацию о независимости России, что она дала толчок для разрушения СССР. Но это постфактум все осознали. В момент принятия этой декларации Верховного Совета и съездом РСФСР тогда так еще не воспринималось. Никто не предвидел последствия этого. Вы можете спросить в эфир, если... 21:35 московское время. Мы продолжаем с Юрием Болдыревым, писателем, публицистом, одним из руководителей Счетной палаты с 95 по 2001 годы. У нас в Ютьюбе в перерыве тут такой небольшой разговор был, маленький эксклюзив для зрителей. Все можно, само собой, пересмотреть, потом, впоследствии, подключиться и даже сейчас перемотать назад немного. Я напомню, что нас можно не только, само собой, слушать по радио, но и смотреть. И свои вопросы, реплики и комментарии нашему гостю присылать на номер +7 985 970-45-45. Пользуйтесь формой на сайте «Эхо Москвы». Твиттер-аккаунтом «Вызван». В общем, долг я свой выполнил и о средствах связи напомнил. Собственно, касался этот диалог за эфиром одного рубежного момента в отечественной истории, а именно принятие декларации о государственной независимости РСФСР. Именно в этот период времени, насколько я понимаю, для вас начинается некое размежевание. Нет, ни в коем случае. Я хочу обратить внимание, что ее лишь постфактум. Когда дошло до разрушения СССР, лишь постфактум осознали, что это был первый шаг к этому. Значит, одно из первых действий, которое я воспринял негативно, было позднее, когда в 90-м году Верховный Совет РСФСР под аплодисменты вместо реформирования народного контроля торжественно его упразднил. Вот тогда я выступил прямо с осуждением такого решения. Говорю, что это неправильно, это путь в никуда, нужно укреплять, усиливать контрольные органы. Значит, почему, кстати, меня, наверное, потом и предложили начальнику контрольного управления президента. Здесь не было клановости, феодальности и так далее, что возникло позже. Знаете, как меня назначали начальником контрольного управления президента? Значит, меня пригласили на такой неформальный президиум правительства и говорят, вот тебя вот Ельцин может назначить. А я принес, как раз я был советник правительства, недолго, 10 дней буквально, я принес записку, где я излагал критический взгляд на то, что уже началось делать. Я говорю, ну вот, пожалуйста, если вот все, что я здесь пишу, согласны, то... Они говорят, да мы и так знаем все, что ты пишешь, все, что читаем. Так что все, оставайся сейчас, значит, будь готов, тебя вызовут. Я говорю, да вы что, я вот, у меня командировка, я уезжаю, или какое-то приглашение, куда-то, не помню, уезжаю в Польшу. Он говорит, ты что, с ума сошел? Тебя назначить должны. Да? Я говорю, ну что, Ельцин меня знает, все меня знают. Если потребуюсь, вызовут. И спокойно уезжаю. А когда возвращаюсь, мне сообщают, что меня уже назначили. То есть это было совсем... И, кстати говоря, это был период, когда многих и увольняли, так что они узнавали из телевизора о том, что их уволили. Да? Значит, у меня какие-то были в этом смысле другие отношения. Я не из телевизора узнал, мне Ельцин пригласил и сказал, предложил... уйти по собственному желанию. Вот, я имел наглость отказаться. Он мне предложил, иди первым замом к любому министру. Вот, я имел наглость отказаться. Вот, после чего собрал весь коллектив контрольного управления и объявил им, что в ближайшее время, видимо, я должен покинуть пост. А так всегда есть неформальные отношения. Кого-то принимали на работу при условии, что вот тебе там что-то там... Будет какое-то решение с повышением, или там, может быть, квартира-то научить, еще что-то. Я говорю, все, с кем не урегулировано, я сообщаю для чего, чтобы все, с кем не урегулированы вопросы, сами ко мне подошли и могли пытаться успеть их регулировать. Вот, для всех это был шок. Потому что где-то кто-то начал шукать, тут начальник, которому, например, сам собирает и говорит, что будет вот так. Вот. То есть как-то вот так все это происходило. Я не чувствовал себя членом какой-то клановой или феодальной команды. Я не работал никогда на Ельцина, я работал на государстве. А как вы думаете, Счетная палата в ее нынешнем виде, ну как в нынешнем, последние 17 лет, это некий самостоятельный институт? И в этом смысле вот назначение недавнего Алексея Кудрина на пост главы, это какая-то знаковая история? Здесь нужно избежать от восприятия моих слов так, что там, где я есть, все хорошо, там, где меня, там все плохо.
Да? То есть, нет, просто вы находились внутри этой системы, вы понимаете, как она устроена, и любопытно понять, вот как вы это видите. Поэтому специально коротко объясняю. Когда мы формировали счетную палату, вопреки Ельцину создавали ее, значит, он накладывал на закон вето, но вынужден был его отозвать, потому что и Дума Совет Федерации были исполнены решимостью, это конец 1994 года, преодолеть вето. Ельцин и его команда были недовольны тем, что мы забили себе очень масштабные полномочия, как постоянно действующим органам и так далее. Вот. Но он должен был это отозвать. Так, сбился вопрос, то или не то, да. Так вот, мы были независимый орган. Дума формировала свою часть, председатель и 6 аудиторов на основе пакетного соглашения. Кто-то разбирал должность на 2 года, а кто-то взял неизвестные должности председателя и аудиторов, и они оказались на 6 лет потом, постфактум. Да? Совет Федерации просто избирал личности. Вот, это все было совершенно независимо. С 2003 года совершенно это формализовано, вопреки воле президента, никто не может быть назначен в счетную палату. То есть назначение теперь прямо зависит от главного подконтрольного. Угу. Делайте выводы сами. И в этом смысле это дает вам основание утверждать, что нынешний формат существования счетной палаты — это формат существования органа, который публично симулирует независимый контроль. Это буквально ваша цитата. Ну, верно. Я же не хочу сказать, что какие-то люди плохие. Я был начальником контрольного управления. Путин тоже был начальником контрольного управления позже. Значит, контрольное управление — очень важный орган. Но его информация не для публики, она для начальника. Контрольное управление номер 2 стране не нужно. Счетная палата нужна именно как независимая от президента, но ее таковой нет. Зрители YouTube интересуются, оказывалось ли влияние на счетную палату извне, когда вы возглавляли ее. Вот вспоминают такую структуру международную, как МВФ, Международный валютный фонд. Как-то влиял на вашу работу? Да, конечно, безусловно. Более того, я где-то однажды это даже описывал, по-моему, в декларации правительства, адресованной МВФ, по-моему, с 97-й год, если не ошибаюсь, мы нашли прямую запись. Ограничить счетную палату исключительно контролем за исполнением бюджета, чтобы не лезли ни в приватизацию, ни в управление госимуществом и так далее. Но мы там нашли и другие признаки прямого некачественного перевода с английского языка. Например, использование слова «правительство» в расширенном понимании, как все государственное руководство, government, а не executive power и так далее. Значит, да, согласованно пытались давить, но что мы противостояли в том числе и зависимости России, в том числе от МВФ. Да. По-вашему, вот эти вот признаки того же некачественного перевода с английского и обратно, они что-то доказывают? Ну вот, по вашему ощущению. А кому что мы должны доказывать? Сегодня совершенно для всех уже совокупность информации есть очевидно, что осуществляя в 93-м году государственный переворот, для того, чтобы Запад признал эту власть легитимной, Ельцин и его команда пошли на сдачу ключевых стратегических интересов. Я об этом начал уже говорить. Поэтому что тут еще доказывать? Одна сделка по оружейному урану. Ну, какую независимую экспертизу не привлекли, она покажет, что эта сделка заведомо кабальная. Против интересов России, очевидно. Напомню нашим слушателям, что у нас в прямом эфире сегодня политик, писатель, публицист, один из руководителей счетной палаты с 95 по 2001 годы Юрий Болдырев. Это так, если кто забыл или только что подключился к нашей программе. Смотрите, вы довольно большой период времени были замглавы счетной палаты, да? Это зампредседателя. Сопредседатель, мы должны, доклад должны были делать как со-доклад. То есть это 8 лет, да? Нет, 6. 95 по закону 6. 2001 год. С марта 95 по январь 2001. И, строго говоря, кому как не вам, было бы вот сейчас с высоты прошедшего времени, ну, дать оценку масштабу той коррупции, о которой сегодня говорят, да, поминая о лихих 90-х. Если 90-е были такими, какими их рисует сегодняшняя госпропаганда, если 90-е были такими, какими их описывают сегодняшние левые в том числе, то чего в этом времени было больше? Ошибок, некомпетентности или злого умысла? Вот ваше понимание, каково в этом смысле? Что здесь ложь, что здесь правда? Правда в том, что действующий президент только что в довершение ко всему назначил своим официальным советником одного из ключевых деятелей ельцинской семьи, зятя Ельцина и недавнего тестя Дерипаски Юмашева. Это, наверное, чтобы еще будем решительнее справедливы покончить с наследием. Какая разница?
чтобы покончить с наследием лихих 90-х годов, ключевой деятель тех времен, вот он теперь еще. То есть вы солидарны с этим определением лихих, да? Ни вас, ни меня не пригласили, а пригласили того, кто олицетворяет эту самую лихость. Другой олицетворяющий эту самую лихость, Чубайс, на Роснано, на государственных деньгах. Перечислять дальше. Дубинин, олицетворяющий эту самую лихость, да, глава Центробанка в 98 году, период дефолта, на госсобственности. Задорнов, олицетворяющий эту лихость, на госсобственности. Кириенко, олицетворяющий эту лихость, вот трое, четверо, непосредственно период дефолта, да, значит, по сути дела, по данным комиссии при Совете Федерации, которая исследовала обстоятельства дефолта, прямо ответственность за то, как это все произошло, да, вот они все направлены госсобственностью или госимуществом, или госполитикой, как Кириенко. Да. То есть надо трезво понимать, ложь в искусственном отделении сегодняшнего дня от так называемых лихих 90-х. Просто в те 90-е были независимые институты, такие как тогдашняя счетная палата, которые могли представить совокупность данных, например, о кредитно-залоговых аукционах. Вот был отчет отдельно по банковским операциям, был отчет отдельно по своим аукционам. А я своей рукой подписывал документ генерального прокурора, где свел это вместе. Что это все вместе говорит о притворности сделки. Вот тогда были такие институты, а сейчас их нет. Сейчас есть только, ну, извините, уличные, несистемные политики, которые пытаются что-то предпринимать. Но институтов, противостоящих разрушению государства, сегодня, к сожалению, нет. Тут напоминают слушатели, что вы один из основателей, собственно говоря, партии «Яблоко». И еще один вопрос, как раз связанный с судьбой этой партии. Не пора ли уже самораспуститься, учитывая, ну, то, на мой взгляд, позорную историю, которая происходит. Она даже не позорная, она какая-то такая юмористическая, нелепая, которая происходит вокруг определения кандидата в мэра Москвы. Вот смотрите. В «Яблоке» я был 2 года. Создавали мы его осенью 93-го и до 95. Сентября 95-го. А, скажем, постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России мы создали 6 лет назад. Я уже 6 лет один из активных членов этого постоянно действующего совещания. Оно активно принимало участие в прошедших выборах. Далее. Вот что актуальнее? Почему меня спрашивают про «Яблоко», а не про ПДС-НПСР? Вот 18 июня только что ПДС-НПСР подал в Верховный суд иск о непризнании итогов выборов президента. Ксения Собчак может подавала быть, это, нечто подобное. Может быть, это актуальнее, но чем вот это «Яблоко», в котором я был 2 года. Выиграл, условно, я да. не допускаю да, для да, себя да. этого. Но, тем не менее, вы бы этого иска, безусловно, не подали. Хорошо, о ПДС-НПСР. Стоп. Знаете, вот я сегодня опубликовал статью, она называется «Спорить по мелочам или по крупному». Я как раз в конце говорю, что в рамках этого иска уже не вопрос, кто свои политические, кто чужие. Вот к этому иску мы приложили и чужие, не только свои ПДС-НПСР, материалы экспертиз, и центр Сулакшина, и то, что расследовал «Новая газета» и так далее. Здесь один вопрос. Честно и добросовестно или бесчестно и недобросовестно? А здесь не вопрос, кто победил. Здесь вопрос о том, что мы ставим вопрос о том, что это было заведомое, масштабное злоупотребление должностным положением, не позволяющее выявить истинное волеизъявление граждан. Причем здесь кто победил? Это институциональная ведь проблема, конечно. Согласитесь. И вы посредством института суда пытаетесь решить этот вопрос, зная, что институт не работает. Дело в том, что, во-первых, я прямо, извините, цитирую по своей статье. Во-первых, нас призывают последовательно. Президент все время нас учит, что вот давайте, если недовольны, подавайте в суд. Исполняем, мы последовательно подаем в суд, первое. Второе, очень важно для истории зафиксировать вот эта совокупность фактов, демонстрирующая полную картину. Не то, что кто-то где-то что-то говорил, статью написал. Вот они, документы для суда. Третье. Будет применена норма, которая ограничивает право граждан, активных избирателей, считать, что им нанесен ущерб. У нас законодательство считает, что ущерб может нанесен только тому, кто баллотировался, как будто такой межсобойчик. Вот я баллотируюсь, это вопрос моей личной карьеры, а вы избираете, это не вопрос судьбы России. Так вот, мы исходим из того, что это заведомо антиконституционная норма, и мы исходим из того, что после получения отказа в Верховном суде надо идти в Конституционный суд. То есть это процесс, который надо доводить до конца. И ПДС-НПСР предлагал подать иск кандидату и партии его выдвинувшей, наш партнер КПРФ. До 18 июня это не сделали, 18 июня крайний срок, поэтому вынуждены были сделать это сами.
С яблоком вы, конечно, ловко ушли от вопроса, но все же Ну, послушайте, ну, вы не можете не наблюдать так или иначе за тем, что происходит с партией сегодня. 93-й год. Картина мира. Либо вперед с реформаторами Гайдарами Чубайсами, которые к тому моменту для меня уже грабители и бандиты, либо назад в ортодоксию, в очереди за 100 и так далее с коммунистами. И то, и другое, черно-белая картина мира искусственная, и то, и другое для нас неприемлемо. Явлинский тогда популярная фигура, как предлагающий иные экономические реформы. Лукин тогда популярная фигура, как предлагающий иную, менее подзападную внешнюю политику. И Болдырев тогда популярная фигура, как человек, выступающий просто за порядок. Хоть левее, хоть правее, но порядок должен быть ответственный государство. Вот эта тройка формируется, Явлинский, Болдырев, Лукин и так далее. Это была попытка создать третью силу. То, что эта третья сила потом повела себя так, что я вынужден был решительно с ней порвать, это не вопрос тактических разногласий на уровне за свою страну или за чужую, вопрос соглашения для продукции вот этой самой оккупационной схемы, это всего через 2 года. Значит, в 95-м году я с ними решительно порвал, все. Что об этом еще сегодня говорить? Это что, третья сила, четвертая, какая пятая? Какая мне разница? Я где-то неаккуратно сказал «горение в огне», меня осуждают, что я на хотите них навлек УПДС, что-то. НПСР. Неинтересно. Про яблоко неинтересно. На сайт нам довольно много пришло вопросов и об этой силе. Да я от себя спрошу, да. Потому что очевидно правого толка структура. Национально-патриотические силы. Право? Да? Право это буржуинского. Нет. Или право именно, национально ориентированное. Именно национально ориентированное, ну, причем в жесткой, в такой довольно радикальной форме. Как вы относитесь к тому, что некоторые из ваших коллег по этому движению используют довольно жесткую и подчас ксенофобскую риторику? Ответ. Любую идеологию можно использовать как путь к звездам, ну, почти любую, конечно, не совсем любую, а можно использовать для прикрытия своих злодеяний и злоупотреблений. Значит, любое направление мысли имеет право на существование. У нас речь не идет о том, что другие народы хуже. У нас речь идет о том, что Россия не должна быть больным животным с русским телом и народной, и наэтической, и на моральной головой. Вот о чем речь. То есть направленность ярко выражена. Антироставщическая, антипаразитическая, антикомпрадорская. И здесь объединяются самые-самые разные силы. Я считаю огромным достижением, что нам удалось вступить хотя бы на какой-то период времени в альянс с коммунистами. И мы в эти выборы участвовали вместе. Сейчас, альянс, который на данный момент К сожалению, сейчас прервался. Поймите правильно, перестал существовать альянс на уровне взаимоотношений конкретных людей. Я не хочу, тем более, на их Москвы говорить, кто там прав, кто не прав. Но сама идея, если у вас же здесь в студии многие говорят, что треть населения придерживается левых взглядов, треть национально-патриотических, сама идея, что левые и национал-патриоты должны объединиться для того, чтобы дать какое-то будущее стране, идея-то вечно живая. Значит, если нам не удастся, значит, наши дети должны будут это сделать. Я надеюсь, что мы найдем какие-то решения. Раз здесь уже прозвучала фамилия Грудинина, политическая судьба у этого проекта, какой вы ее видите? Он существует, не знаю, этот человек в виде какой-то условной организации, куда можно вступить, задает такой вопрос наш слушатель. Я Павла Николаевича Грудинина видел последний раз, кажется. Ну, вот здесь же. Нет, не здесь же. Событие на Красной площади было, посвященное, по-моему, приему в «Пионер». Больше этот человек в публичном поле, по моим ощущениям, не появлялся. По вопросу о проекте «Грудинин», все вопросы к его родителям. Значит, у нас проект не «Грудинин». «Грудинин» — хороший человек. «Грудинин» — компромиссный кандидат между ПДС, НПСР и КПРФ, которого согласились поддержать и выдвинуть и коммунисты, и национал-патриоты. «Грудинин» не ушел из политики, хотя на него оказывается огромнейшее давление, мощнейшее давление сейчас. Мы для того, чтобы не растерять так называемый «грудининцев», на основе штабов, которые возникли по всем регионам, мы формируем сейчас в процессе общероссийское движение «Национально-патриотические силы». Грудинин вместе с Алкснисом, со мной и с Владимиром Ивановичем Филиным один из 4 сопредседателей этого движения. Он никуда не скрылся, но в силу того давления, которое на него оказывается, он вынужден сейчас быть просто давление несколько аккуратным. Давление с чьей стороны? Со стороны там у него сплошные налоговые проверки, суды, там его давят. А КПРФ, они ревностно относятся вот к этим вашим планам? Они вот смотрите, у меня есть опыт выступления на коммунистическом телевидении «Красная линия». И там я очень много критиковал коммунистов. К сожалению, меня перестали туда приглашать. Но это не означает, что я на «Эхе Москвы» буду критиковать коммунистов. Давайте вот здесь, на либеральной радиостанции, коммунистов я критиковать хорошо, не буду. Я выражаю лишь сожаление, что проект масштабного союза
между коммунистами и национал-патриотами по независимым от нас обстоятельствам, к сожалению, прервался, но, надеюсь, не навсегда. Еще раз подчеркиваю, если не мы, то наши дети... Еще раз, не вопрос личности. Если не мы, значит, наши дети и внуки. Немало вопросов приходит о событиях в Украине. Как вы их восприняли? Тут понятно, многие цитируют вас в том числе и вспоминают о вашей позиции, в том числе о призывах как можно больше областей от Украины уделить. Я не знаю, не ручаюсь за точность цитаты. У вас как-то вот за 4 года, которые прошли с момента начала, 4,5 уже, вы пересмотрели, может быть, свои взгляды или все по-прежнему? Вот вы меня знаете совсем немного, меньше часа. Но похоже на меня, чтобы я предложил, давайте отрубим от Украины как можно более жирный кусок. Похоже? Я оговорился не специально, похоже, потому да? что я не ручаюсь за точность цитаты. Есть стандартный вопрос, который мне неожиданно задали в прошлый раз два Алексея. Ну, да? Здесь Крым, же, наш или не наш? Ровно месяц назад. И я быстро должен был ответить, и ответил неправильно. Вот правильный ответ звучит, знаете как? Не наш, типа мы его прибрали к себе, а с нами. То есть не наша добыча. А с нами вместе двигаться вперед. Совсем другое. Понятна логика? Логика-то ясна. Но вот мне лично непонятно, как в вашей светлой, без сомнения, главе, я вот с вами общаюсь и вижу ваши глаза, уживается, с одной стороны, вот это восхищение внешнеполитическими завоеваниями нынешнего восхищение? Режима. Ну, по большому счету, это так. Если нет, Крым с нами... Ни в коем случае. Нет, мы... нет. И с другой стороны, вот такая довольно жесткая ни критика его экономической политики. Извините, что перебил. Да, конечно. Ни малейшего восхищения. У меня статьи даже так и назывались. Крым — не индульгенция. Не должно быть Крым наш, Сибирь ваш. Присоединение Крыма... никак не оправдывает создание территории опережающего развития, так называемых, по всей Сибири, когда куски территории сдаются почти по схеме Аляски, долгосрочно на 70 лет. Никак не индульгенция на так называемое совместное освоение Южных Курил с японцами, которые не просто претендуют, а прямо объявили территорию своей. Категорически недопустимо. Ни шагу, ни слова, вообще никакого разговора с теми, кто объявил нашу территорию своей. С китайцами, филиппинцами, вьетнамцами, пожалуйста, любые проекты свои, но только не с японцами. При этом уважаю японцев. Но до тех пор, пока не откажутся от претензий на Южные Курилы, ни одной ноги японцам на нашем острове. Наша позиция, не только моя, и ПДС НПСР. Разменивать свою территорию нельзя. Это итоги Второй мировой войны. Их пересматривать категорически недопустимо. А в 21 веке территория, это, в принципе, насколько важный актив? Просто существует расхожая точка зрения, что решают нынешнее время. Вы моложе меня, вы увидите дальше. Но я-то уверен, что и в 22-м, и в 23-м, и в 25-м выпускать территорию на заводе никто не начнет. Ничего более ценного, кроме человека, территория, ничего третьего более ценного нет. Никто не выпускает. Людей можно рожать еще. Но это так... цинично может звучать. Нет, ну хорошо, каждый человек бесценен. Территория, связующее звено между ними какое? Видите как, я за то, чтобы мир стал благостным, чтобы все достояние человечества служило всему человечеству. Но, к сожалению, уверен, что даже ваши внуки этого еще не увидят. Еще будет деление мира на какие-то части. И основа самоорганизации русского народа исторически – это государство. Другой основы самоорганизации у русского народа, к сожалению, нет. Мне очень жалко, что я все это говорю теперь, а не на пике того полета, это же разбор полетов у нас, да, который был год назад. Который был год назад, когда мы вот когда были в процессе формирования этого альянса, когда мы показали всему обществу, что между националистами и коммунистами нет непреодолимых разногласий, когда мы на Московском экономическом форуме провели прямые публичные переговоры между левыми националистами. К сожалению, вот тогда я через вашу радиостанцию не мог все это донести до зрителей. Жаль, но хотя бы теперь. Я думаю, что не последний раз вы в гостях на «Эхе Москвы». Спасибо большое. Надеюсь, что, спасибо. Да, пришли к нам в студию. Это политик, писатель, публицист и замруководитель Счетной палаты с 1995 по 2001 год Юрий Болдырев. Программу провели Андрей Ежов. Это я, Стас Крючков. Это мой соведущий. До встречи через неделю. Спасибо, что смотрели нас и слушали. Всего удачи. Доброго. Спасибо.
Реклама. Кино или концерт? Теперь не нужно выбирать. Сходите на киноконцерт и окунитесь в магическую атмосферу старого кино с живой музыкой. Зарубежные киношедевры «Серенады солнечной долины», «Сестра его дворецкого», «Девушка моей мечты», «Мост Ватерлоо». 26 июня в киноконцерте «Музыкальные трофеи». Играют и поют Екатерина Гусева, Марк Тишман, Алексей Кузнецов и ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Консерватория, большой зал. 26 июня. Ждем вас. 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Понедельник после 22 часов тема программы «Арсенал. Снаряжение для российского спецназа». У нас в гостях директор по развитию 545 дизайн Иван Лобанов. «Арсенал». Понедельник после 22 часов. Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским. Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любатов. Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аса». С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского. Борис Алексеев. Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующий номер. Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу. «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы». Десять вечера в Москве, в студии Яков Широков, в эфире информационная программа «Эхо». Член правления Интеррао, арестованная по делу шпионажа, считает, что ее преследование организовано в чьих-то интересах. Польша собирается сносить памятник советским солдатам в центре Варшавы. Власти Петербурга отозвали разрешение на митинг против повышения пенсионного возраста. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан считает, что стала частью чьей-то игры. Она добавила, что не имеет претензий к условиям содержания в СИЗО Лефортово. Член правления Интеррао полагает, что кампания против нее готовилась еще до ее ареста, рассказала «Эхо» зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева. Она находится в камере,